И вновь в атаке финны. Ну и теперь есть шанс на контратаку чехов. 3 в 2. Передача на Новотное. Неплохо. Продолжается атака чешской команды. А где шайба? А шайба в воротах. Да. Новотное ее и забрасывает в конечном итоге. Два дня подряд и дни в Бехолове. Пока еще объявляет диктор по стадиону о шайбе Пиоралы, чехи вновь выходят вперед. Следующие же, по сути, свои атаки. Иржиноватная, какая у него-то шайба на турнире? Да он тоже так. По-моему, тоже первый. Но нет, по-моему, забил. Да, по крайней мере, одну шайбу мы отдавали, конечно. Нет, но это и вообще очень сильный травой турнир. И я говорю, вот такой основополагающий игрок сборной Чехии. Случайно, вот давайте посмотрим, вот здесь. Да, сразу залетело от рукава, от руки. Да, сел низко, и щелочка осталась, рикошетик. Вот. Тут, казалось бы, Веха неправильно все делал. Но вот что значит неожиданный бросок. А поймать нечем было.